Сыну Духа жив ты нехена Баганеден. Сегодня уже 30 дней с того дня, когда женщина Эшет Хайль покинула этот мир, имея прекрасных детей, воспитав прекрасных детей, прекрасных внуков, прекрасных правнуков, а потом ее Бат-Соро покинула этот мир. А потом ее родилась в городе Самарканд в 1929 году в семье знаменитого Мулонисон и Соро Канхоровых, где в семье росли Бурхо, Шошан, Товьо и Матат. После рождения Муло Матат, после некоторого времени, мать Соро покидает этот мир. Но так как в Торе написано, что мужчина без супруги не имеет права жить, а по лицом женится на знаменитого раввина Муло Нафтали, дочку, тоже ее звали Соро, и продолжает свой род, где рождаются прекрасные дети Муло Давид, Шура, Яша, Зево и Ариэль. В 1948 году, после войны, после возврата дочь Муло Нафтали Апа-Адино, после войны в 1948 году, после возврата Муло Рафаэль Акилова от тяжелых мук, он вынужден был поменять свое имя, чтобы выжить на Второй мировой войне, после Второй мировой войны тоже. После возврата домой в 1948 году они женятся, Муло Рафаэль и Апатовьо. И здесь Всевышний подарил им пятерых прекрасных детей. Это дочь Сара, сын Муло Йосеф от имени дедушки Муло Рафаэля, дочь Эстер, сын Муло Гавриэль и сын Муло Илёву Илёс. Имея прекрасную семью, как все сказали на первых днях памяти, в этом доме замок не был. Все соседи, они семья, все друзья, семья, все могли в любое время приходить в этот дом, включая самого меня, потому что я был другом этих внуков, Юра, Боря, Эммануэль, Нерео Рахматкуна. Все мы всегда были у них дома, и нас всегда встречали с улыбкой. Сегодня я хотел бы вспомнить одного важного человека. Сегодня его недельные поминки. И он брат этой семьи. Муло Рафаэль, после него шел брат Муло Миша Акилов, Муло Михаэль Акилов. Этот человек душа. Был момент в 1974 году. Мой папа играл в шашки. И выиграл в клубе шашки одного чемпиона, где поставили моего отца и хотели его убить. Мой отец был вынужден вытолкнуть одного из людей, чтобы убежать. При убеге через 15 минут милиционеры искали моего отца. Миша Акилов, Муло Михаэль и Муло Шумель Акилов тут же организовали машину, билет на самолет, и мой папа убежал с Самарканда. Это кто был Миша Акилов? Джошон Баганеде Моша. Смотрите сюда. В нашей Торе есть 320 тысяч букв. Но Тора говорит, мудрецы говорят, есть 600 тысяч букв. Почему? Потому что мы считаемся Исраэль. Откройте эти буквы, будут есть шишим рибо отиот ла Тора. Есть 600 тысяч букв в Торе. Но мы сказали только что 320 тысяч. Если вы возьмете букву Шин и разломаете на два, будет буква Юд и Айн. Буква Мем, Хав и Вав. Все буквы.